Оперу «Россини», «Золушка» зрители Государственного академического театра оперы и балета имени Абая увидят уже в этом месяце. Премьерным спектаклем отметят юбилейную дату – 200-летие с момента написания музыкального шедевра. Зрители ожидает необыкновенная постановка. В традиционный сказочный сюжет «Россини» привнес комические нотки. По задумке автора, вместо привычной туфельки – браслет, мачеху заменит отчим, а вместо феи – маг и волшебник. Все в опере «Россини» бурлит и развивается так же стремительно, быстро, как и в жизни. Весь ассоциативный ряд, который появился после прочтения книги «Золушка», зритель будет улавливать благодаря декоративным элементам. Остроумные, оригинальные решения, характерные только для России, поклонники оперы смогут увидеть уже 9 декабря. А 12 декабря труппа «Готоп» отправится на гастроли в Италию, где представит свои самые яркие постановки. Это балет «Лебединое озеро», опера «Искатели жемчуга» и гала-концерт с участием лучших солистов и симфонического оркестра театра. Это Новый год, и мы хотим сделать подарок нашему зрителю. Это молодежный состав, который вот мы бы хотели, чтобы они вот всем созвездием, всем вот ожерельем вышли на сцену все вместе. К счастью, у нас есть такой замечательный состав, который вырос в наших стенах. Буквально 2-3 года назад пришли ребята в театр. Это молодое поколение певцов, которые очень известны уже нашей публике. И каждый по-своему себя проявил уже на сцене. И появился ансамбль, что очень важно для опер «Россини».